сегодня воскресенье, и мы отправились в даунтаун для того, чтобы просто прогуляться. Но получилось так, что по дороге в даунтаун мы решили остановиться недалеко от Ванье парка, рядом с музеем морской истории, просто посмотреть на залив, на океан и просто как бы прогуляться здесь вдоль берега. Это специальный пляж для собак. Как вы видите, здесь купаются только собаки. В Ванкувере, как и везде в Канаде, в Монреале, например, можно постоянно наткнуться на какие-то фестивали. Фестивали музыки, фестивали искусства и вот даже фестиваль воздушных змеев. Here you go. You'll give me one more, right? One other one. Yeah, yeah. Как мы узнали у организаторов этого мероприятия, это мероприятие проводится раз в год и проводится уже в течение 44 лет, то есть это 44-й фестиваль воздушных змеев. Здесь соревнуются команды из разных стран, из США, из Канады. Очень, я думаю, классное мероприятие для семей, для детей, потому что... Дети могут потренироваться и запустить своего воздушного змея всего за $3. Вот. Плюс здесь планируется запуск основной чуть после 12, и где-то, наверное, и будет также, тут предложили нам запустить какого-то японского змея, вот, ну, не знаю, получится у нас это или нет. Посмотрим. Посмотрим. А мы едим хот-доги. Которые мы здесь купили. Мы на самом деле хот-доги едим очень нечасто, очень редко, это не очень здоровая еда. Вот, но в такой солнечный и приятный день, почему бы не съесть хот-дог? Да, действительно. Тем более здесь они очень вкусные. Очень вкусные. Очень как-то позитивно, когда такой светлый солнечный день и вокруг столько разноцветных всяких змеев летает. Да, здесь цвета просто потрясающие. Где-то желтые, красные, вот, все такое яркое, мультяшное. Вот, очень позитивно. Мне кажется, особенно здесь понравится детям, потому что для детей здесь целая станция запуска воздушных змеев, и их учат, и бесплатные уроки. Ну, в общем, и, конечно, фестиваль замечательный. Проводится здесь он каждый год. То есть, если кто-то не успел в этом году, может успеть в следующем году. Очень позитивно. Классно.
Всем привет еще раз. Этот влог, который вы только что видели, был записан на самом деле еще в июне. Мы не записывали уже несколько недель, так как были заняты, у нас произошло несколько интересных событий в нашей жизни, что потребовало нашего времени, и, к сожалению, мы не могли снимать много влогов, много разговорных видео в этот период. Первое событие – это то, что я сменил работу. Я теперь работаю на нью-йоркский офис удаленно отсюда, из Ванкувера. И мне приходилось проходить собеседование, мне приходилось встречаться с заказчиками, поэтому, собственно, я был занят. И вторая новость. Вторая новость – это то, что мы открыли свой собственный бизнес. Это онлайн-магазин японского чая мате, как его называют в России и как его называют в Северной Америке матча. Матча сейчас очень-очень популярна в Соединенных Штатах, в Канаде, поэтому наши основные клиенты – это те люди, кто живет в США и в Канаде. У нас есть второй YouTube-канал, который так и называется Zekka Matcha. Zekka Matcha – это наш бренд, который мы создали. На этом канале мы, собственно, и продвигаем наш бизнес на Zekka Matcha канале. Он полностью на английском языке. Да, то есть если кому-то будет интересно, мы оставим ссылки под видео на наш бизнес и на наш канал второй. Вот, пожалуй, все новости. Да, это все новости на данный момент. Дальше мы продолжим снимать интересные блоги, отвечать на ваши вопросы, снимать разговорные видео. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь, лайкайте этот канал, это видео. Задавайте ваши вопросы, и мы постараемся на все ответить. Мы также будем снимать видео и про маркетинг, и про стоимость жизни в Ванкувере. И возможно, даже мы будем снимать про то, как открыть свой бизнес в Канаде, потому что мы только что получили этот опыт. Если это вам интересно, тоже задавайте свои вопросы. Всем пока!